Новозеландский фотограф-натуралист Крис Макленнон представил миру эксклюзивные кадры из жизни африканских львов. Съемку он проводил в самой гуще прайда из почти десятка особей. Хищников, которые считаются одними из самых свирепых в мире, новозеландец снимал с расстояния в несколько шагов. Он, что называется, в наглую подкатил к ним свой фотоаппарат, закрепленный на радиоуправляемой машинке. Сам Макленнон все время фотосессии отсиживался в безопасности. Львы сначала с настороженностью отнеслись к странному предмету, но потом стали с ним играть и даже попробовали на зуб. Просматривая полученный материал, фотограф пришел к выводу, что кошки, даже самые крупные, опасные, остаются кошками.